Раз, вот, я продолжаю строить видео уборки в Майнкрафте. Сегодня я вхожу в серию 1467 и тапочка, которая находится на улице Братьев Красивых. Я живу в таком же доме. И у него особенность то, что у него вход в подъезд находится с другой стороны. Поэтому там одна комната, квартира на первом этаже вместо двух комнат. Вот балконов на первом этаже нет. Вот такой вот вход в дом. Здесь стоят почтовые ящики. Вот здесь вот лифт находится. Здесь мусоропровод. Вот это однокомнатная квартира, это двухкомнатная, это трехкомнатная и это трехкомнатная. Зайдем в однокомнатную квартиру. Здесь сразу кухня без балкона. Здесь находится туалет. Здесь ванная комната. А здесь комната, где две кровати. Теперь покажу двухкомнатную квартиру. Здесь ванная, здесь туалет, здесь кухня. Здесь комната, где диван стоит. Здесь точно такая же комната с кроватью. Теперь покажу трехкомнатную квартиру, как у меня в реальности. Здесь находится ванная, здесь туалет, здесь кухня. Дальше здесь маленькая комната с компьютером и кровать. Здесь большая комната с телевизором. Я поставил 4 кровати. Здесь небольшая комната с двумя кроватями и компьютером. Здесь застекленный балкон. Такую же квартиру, только на ванну. Здесь туалет. Здесь ванная. Здесь такая же маленькая комната, здесь кухня, здесь большая комната с телевизором, а здесь такая же комната с компьютером. Давайте поднимемся на лифте на 9 этаж. Вот такие вот звезды. Подожжаем окна. Вот это люкс-машинное помещение. Вот здесь шахта лифта и вот на крышу. Вот это двухкомнатная квартира на месте однокомнатной. Сейчас спустимся на второй этаж и я встану. Здесь не сразу кухня. Вот кухня здесь. Здесь туалет, здесь ванная. Здесь комната с диваном. А здесь комната с кроватью. Кто хочет со мной спать, пишите мне. Вконтакте, ссылку оставлю в описании.